Чемпиона мира среди юниоров по тяжелой атлетике Рахата Бекполата дома встретили со всеми почестями. Болельщики чествовали чемпиона в президентском парке. Рахат Бекполат вернулся на родину с триумфом. На чемпионате мира в Ташкенте в сумме двоеборья спортсмен покорил 377 килограммов. Но времени почивать на лаврах нет. После небольшого отдыха новые старты. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Полгода не был дома. Вот только сейчас приехал. Немного отдохну. Через неделю молодежный чемпионат в Костанае. Ближе к августу в составе сборной уезжаю в Грузию. Будем готовиться к соревнованиям.